Продолжается у нас свободная пирамида, 1/4 финала. И на сей раз Джами противостоит Дмитрий Пыхтин. Играет до 7 шаров и до 4 побед. Неактивный разбой сегодня у нас разрешен. И можно им активно пользоваться. Посмотрим здесь, как будет Джамшит играть с Дмитрием. У Дмитрия более лояльное, я бы так сказала, отношение к отыгрышу, вообще к позиционной игре, нежели чем у предыдущего противника Джамы, у Евгения. Какая-то минимальная борьба здесь непременно будет, именно позиционного характера. Сильный накат использовал Дмитрий, хотел попасть в пирамиду. Ну, он попал, конечно, хорошо, что вот таким образом все сложилось, ничего тут не осталось. Для Джамы можно, конечно... В принципе, ему и кладка позволяет. Можно развернуться и в другую сторону битком от пирамиды тонко и сильно ударить свойка в угол. Ну, уже не актуальный это вариант. И, кстати, зря. Можно было попытаться. Все равно произошла ошибка небольшая, но все-таки она есть, и Дмитрий может ей воспользоваться. Дмитрий обладает более спокойным, ровным темпераментом, нежели чем Евгений Баландин, например. Ну вот все, беру свои слова обратно после этого удара. Что-то не так. Что-то пошло не так. Попробуйте позже. Ну, если сравнивать этих двух игроков именно с позиции голой кладки, то, конечно, тут у Джамы будет явный перевес, нежели чем у Дмитрия. Дмитрий больше ориентирован на дисциплины одним шаром, на комбинированную пирамиду, например, у него преобладают, ну, в последнее время, вот как... То, что в последнее время я наблюдала на Кубке EBN и на других турнирах ЛБ, преобладает у него больше свояк. На тихих скатах как раз-таки классический скат, вот сибирский такой. Не знаю, как он сейчас себя покажет в свободную пирамиду. Ну, неудача, конечно, постигла Джаму сейчас вот... Все хорошо, все было правильно, подбой был, конечно, но толстовато попал он в свояка. И... Теперь вся инициатива у Дмитрия Пыхтина. Хоть несмотря на то, что возле луза стоит сейчас чужой, не самая там, конечно, красивая позиция. Абсолютно она невкусная в плане продолжения серии. Вот сейчас может быть поинтереснее. Вот сейчас может стать свояк. Ну, маловато угла. То есть только если очень сильно и тонко ударить, тогда можно получить подбой. А так, в принципе, смысла нет. Проще уже действительно вот то, что сейчас Дмитрий с борта играет. И то более целесообразно в данной ситуации. Все правильно. Вот теперь можно от остатков пирамиды и с той стороны дома
И с этой стороны есть свой. Вот будет ли подбой при таком угле? Вот я тоже больше согласна с вот этим вариантом как раз-таки. Не смутил Дмитрия никак покатившийся ему под ноги чужой шар с другого соседнего стола вылетевший. Ну вот, может быть, как раз это его и сбило, потому как периферийное зрение все-таки, оно же все-таки работает. И даже если вы смотрите в одну точку, конечно, какое-то движение под ногами, чего-то белого, оно может немножко отвлечь. Кто-то потерял шарик, даже кто-то, вероятно, не совсем понял, откуда он прилетел. Ну, придут, заберут. Предлагаю Дмитрию Джаме отдать шар, ну, не меньше, чем за $100. Ну, а что, собственно говоря, он, может быть, из-за него действительно Дмитрий Свояка-то и не забил в середину. Перебил. Толстовато попал, перебил. Ну неужели опять сильный удар будет? Что хочет им сказать Джама? Ну вот сейчас я узнала много нового. Неужели хотел в угол такой шар переводить? Еще и на оттяжке, еще с обратным винтом и от другого борта. Не проще ли было просто накатом чуть тише ударить? И, в общем-то, встал бы он в угол совершенно спокойно. Ну и чуть поднялся бы, можно было бы играть свояка, например. Сегодня только вот у нас был интересный очень разговор с Дмитрием Шешиным, с судьей данного турнира, ну и, естественно, многих других турниров ЛЛБ. Вот только был сегодня интересный разговор на предмет силы удара в русском бильярде, именно то, что касается отыгрыша, проводок, выходов. Ну, в основном за выходы, конечно, был разговор. О том, что необходимо иметь силовой арсенал, наверное, если так правильно высказаться, силовой арсенал ударов. И по сути, в общем-то, Дмитрий говорил о том, что большинство ударов, особенно вот в свободную пирамиду, все-таки все удары, большинство ударов на силу, на пробой, как используются большинством. Ну, есть, конечно, отдельные индивиды, которые умеют на тихих ударах с винтами выполнять сложнейшие элементы, выходы какие-то. Но это должны быть илузы, простите меня, как минимум 74. Иначе все закончится просто застреванием шаров. И вот я смотрю, действительно, вот он говорил мне о том, что большинство игроков используют сильные удары, ну и, в общем-то, теряется вся прелесть интеллектуального бильярда, если мы так будем говорить о каких-то шахматах на бильярдном столе, ну что...
не совсем справедливое высказывание в сторону, в адрес русского бильярда, по отношению к русскому бильярду. Действительно, не совсем применимо. Вот то, что вот мы сейчас наблюдаем, действительно, шахматами это никак не назовешь. Зато действительно, ну, прав, конечно же, Дмитрий Шешин во многом, говоря о том, что русский бильярд в том виде, в котором он существует сейчас, можно было бы отнести к силовому, не то чтобы виду спорта, но к силовому виду бильярда, давайте так скажем. Ну вот не могу я не согласиться с ним, вот наблюдая вот эту игру. Действительно, вы посмотрите, никаких здесь нет... рисование позиций на столе. И предыдущий матч, который мы видели между Джамшидом Телебаевым и Евгением Баландиным, конечно же, там и речи не шло ни о каком позиционном поединке, ни о каких шахматах. Действительно, это был силовой бильярд. И сейчас мы, в общем-то, наблюдаем практически похожую картину. Так что, конечно же, да, я вот с ним вынуждена согласиться. На тему неприменимости понятия шахмат на столе к русскому бильярду, но тут уже вопрос, кому что нравится. У нас возник этот разговор на почве темы новых шаров. Сегодня я увидела, кстати, вот кому интересно, можете посмотреть даже ВКонтакте. Я думаю, что многие из вас найдут меня у себя в списке друзей ВКонтакте. Я думаю, что есть. Ну, если нет, смотрите, добавляйтесь. Висит на главной странице опрос, взятый мною по ссылке с форума ЛЛБ, взятый мной на странице одного из судей ЛЛБ. В общем-то, вопрос такой. Кто играл на чемпионате России? Ну, неважно, не обязательно на чемпионате России. Кто вообще пробовал играть вот этими новыми шарами, которые были предложены на чемпионате России последнем в Сочи? Вот есть там опрос. И что самое интересное, ну, опрос предлагает несколько вариантов. Не влияет разница. Влияет и это неуправляемые шары, неуправляемый процесс. Ну и вариант такой, что наоборот, новые шары лучше. Так вот, 69,3% опрошенных высказались против новых шаров, и ощущения им не понравились. Я тоже пробовала, ну, наверное, не совсем вот играть не пробовала, но несколько ударов пробовала сделать этими шарами. Судить можно ли или нет по нескольким ударам, конечно же, я не знаю. Ну, наверное, не возьмусь я судить все-таки так, чтобы это нужно поиграть и не одну партию, и, наверное, даже, возможно, не один день, чтобы понять, насколько там разница принципиальная или не принципиальная и в какую сторону. Но то, что я ощутила вот при нескольких ударах, мне категорически не понравилось. Я сторонник того самого безинтеллектуального силового бильярда. И, в общем-то, в этом нахожу как раз-таки для себя прелесть вот этого вида бильярда. Лично, ну, это мои личные ощущения. Опять же, естественно, ни в коем случае никакого, как сказать... никакой претензии на истинность суждений, только мои личные ощущения. Вот мне наоборот подходит то, что чем тяжелее шар, чем меньше луза,
мне удобнее, например, бить сильно. У меня проблема как раз-таки бить средне или бить слабо. Хотя, конечно же, иногда хочется... Посмотришь на какие-то матчи, когда люди действительно создают всю позицию на столе именно только за счет выходов на средних ударах, на винтах, сыгрывают чужие так, что биток потом встает ровно столько, в миллиметр, куда надо и как надо, а не просто куда-нибудь. И удается людям ставить после удара шары именно туда, куда они хотят их поставить, ну и продолжают. То есть за счет этого серия создается абсолютно вот не самовольно, а именно руками того, кто играет. Конечно же, да, насмотревшись таких игр, очень хочется тоже овладеть вот чем-то подобным, начинаешь тоже пытаться это что-то делать. Полуслучайные подбои, выходы, а хочется, конечно, какой-то осознанности, но, конечно же, сталкиваешься с тем, что это технически очень сложно, и застревают шары, бывает, и где-то концентрации не хватает. И действительно сталкиваешься с тем, что размер шаров, соотносимые в соотношении с размером лузы, при попытках вести именно вот позиционную какую-то игру по выходу, особенно это касается, конечно же, свободной пирамиды, прежде всего, в первую очередь. Это я оставлю без комментариев, пожалуй, но бывает всякое. Высоко прыгнул шар, подлетел, оскобу, штраф. Ну, бывает, все бывает. Это уже издержки оборудования. Так вот, действительно, сталкиваешься с тем, что соотношение размера шара и лузы не позволяет выполнять какие-то технические моменты, которые необходимы для точных выходов, что-то на тихих ударах, допустим, забивать. Действительно становится это проблематичным. И есть такое, что человек вынужден бить сильно. Потому как если он ударит слабо, даже не то, что проблема, не в том даже, что у вас не получится выход или... Что-то неточный выход получится. Нет, у вас будет другая проблема, у вас застрянет шар. А естественно, когда это случится раз или два, или три, то поверьте мне, на четвертый, на пятый и все остальные там разы и партии вы уже просто получите зажатый удар. И совершенно непредсказуемые траектории. Ну, то есть, в общем, ничего хорошего. Поэтому очень спорный момент, действительно. Может быть, вот новый формат шаров с уменьшенным диаметром и облегченным, с уменьшенным весом, возможно, актуален. Ну, допустим, для свободной пирамиды. Понятно, что, конечно, никто не сделает... такого, что в одну дисциплину будут одни шары, в другую другие. Конечно, если мы говорим о серийности, то действительно уменьшенный объем и вес, конечно же, будет плюсом для позиционной, именно не то что для позиционной игры, а для повышения серийности.
Ну, если мы хотим серийный бильярд, ну, у нас есть пул, в конце концов, у нас есть снукер. Русский бильярд в свободную ту же самую пирамиду, конечно же, да, может быть более серийным за счет даже, в принципе, за счет уменьшения веса, объема шаров. Но тогда будет другая проблема. Будет отыгрыш, нужно будет изобретать какой-то другой, потому что тот, который есть, он попросту потеряет актуальность. Потому что какой смысл ставить на борт шары, если они по борту будут падать? Особенно если стандарта столов-то тоже как такового, можно сказать, что и нет. Потому что вы приходите на коммерческий турнир в бильярдный клуб обычный, где лузы 70, 71, например, или 69 иногда даже бывает, как Кубе Ройл, например, там на некоторых столах. Вы там будете играть в один бильярд. А когда вы придете на Кубок Кремля, где лузы 75 угловые, там будет совсем все по-другому. И вы будете очень сильно удивлены, когда по борту вам будут присылать подарок в виде упавшего чужого совершенно на тихом ударе. А вы будете думать, что вы надежно отыгрались. То есть все равно какие-то сюрпризы будут. Придется, наверное, какой-то другой стандарт отыгрыша придумывать, чтобы затаив дыхание, наблюдала уже, поняла в последнюю секунду, что будет сейчас Жамшид делать. И, в общем-то, прям задержав дыхание, хотела досмотреть до конца вот этот подбой. Подбой есть. Шар не забит, к сожалению. Но опасно. Надо было, конечно, чуть лучше подготовиться к такому удару. Немножко показалось мне как-то. Он быстро подошел, ударил и смазано, в общем-то, получилось. Досадная ошибка у Дмитрия. Вот как только более спокойный удар в прокат, вроде бы прямой шар, и не от лузы недалеко. И вот такая вот досадная ошибка. Ну что, Дмитрий, бросай балет, играй жестче. Недоволен позицией Джама, судя по всему. Так что, если есть у вас какие-то соображения на предмет голосования, высказывайте свое мнение о новых шарах. Можно это делать прямо вот у меня на странице. Если кому интересно, можем в чат ссылочку прислать. Thank you.
Сложный свояк, очень неудобно было из шара, и в принципе он сам по себе непростой, еще с неудобного положения. Ну, я не знаю, я бы не решилась. Вот я бы лично не решилась. Тем более осталась открытая позиция для Джамы. Не знаю, почему сейчас не бьет он чужой, хочет подбой. Ну, на таком ударе контролируемый подбой даже, я не знаю, как можно сделать. Ну, вероятно, знает Джама. Вот сейчас покажет, что он хотел и как он это сделал. Похоже на пропих, если честно. Очень сомнительный удар, на мой взгляд. Ну, молчит, если Дмитрий, значит, все было там в порядке. Хотя, как мне показалось, так пропих все-таки имел место. Как-то вперед подозрительно уж больно полетел биток. Ну, без комментариев, друзья, обидно, досадно и, ну, сложный был шар, конечно, очень сложный и действительно далеко не простые здесь лузы. В американку, ну, не стоит действительно вот такие вещи делать, и знает об этом Дмитрий, и не первый раз он здесь играет, в том числе в свободную пирамиду. Ну, что сподвигло его вот на такой подвиг, я не знаю, честно говоря. Можно же было попробовать вот даже забить того же самого чужого, вот который сейчас вот пару эту порушил сейчас Дмитрий кием. Можно было даже его попытаться сыграть, и стоял он там, и, в общем-то, было все это намного вероятнее, куда более безопасно. Ну, вот что-то ему пришло в голову последний момент. Ну, может быть, это влияние ТВ-стола, хотелось что-то красивое показать. Ну, на самом деле, мы можем и отдельно же отснять. Вот Дмитрий может потом попробовать несколько раз ударить такой шар и такой, еще какой-нибудь, и мы можем все это отдельно отснять и Дмитрию презентовать на диске в коробочке. Я думаю, что против это никто не будет. Ну вот в игре зачем это делать, я не знаю. Обидно же будет, если проиграть вот по такой глупости. Ну, хотя, конечно, я буквально 2 часа назад сама делала ровно то же самое, ровно с тем же самым результатом. Вот единственное, что на другом столе. Поэтому тут я, конечно, не возьмусь Дмитрия судить строго. Вот единственное, что обидно вот как раз по той самой причине, что лично испытала, что это такое, и точно знаю, какой потом результат от этого бывает и какое настроение бывает после этого соответствующего результата за один глупый удар, ненужный. Вот поэтому я и как бы призываю Дмитрия быть более благоразумным, чем я, например, вот так вот, и делать вот такие вот удары, лучше такие. Ему нужно забить всего лишь 7 шаров. Все для этого есть. И позиция сейчас, и... позиция
благоприятная. Никаких нет сложных, прямо уж нерешаемых задач на столе. Тихо, спокойно, аккуратно. Вот можно закончить, в конце концов, если все здесь кончится на одной половине. Есть еще середину чужой. И в последнюю очередь можно использовать желтый шар возле правой лузы угловой. Очень сильно ударил, конечно. Не так уж он там далеко стоял. И вот какое наказание сразу. Вот могло же все обойтись, в общем-то. Какие-то, видимо, были у Дмитрия сомнения перед ударом. Только вот перед матчем мы с ним говорили о том, что когда стоит космос какой-то, ну или не космос, просто как средний, скажем так, повышенной сложности шар, стоит только допустить полсекунды сомнения, и все, уже не просто даже не забьешь, а еще и будут последствия максимально плохие. А если подойти к нему уверенно и не сомневаться ни в чем, то даже если не забьете, то и ничего вам за это не будет. Вот проверено действительно, и правильно Дмитрий сказал, вот сам же знает и сам же на этом же и прокололся, к сожалению. Но есть у него еще чуть-чуть. Ну, был у него, конечно, запас по шарам. Вот сейчас уже будет очень сложно Джаму догнать. Остался еще хороший свояк и неудобный чужой. А вот этот неудобный свояк, даже если сейчас сломать, ну, все-таки, думаю, я была уверена, что забьет сейчас Джам этот свояк и, в общем-то, не пожалеет, что отказался от этого чужого на этой половине. Ну, вот такое вот произошло. Последний шанс этого Дмитрия, вот точно последний в этой партии. Не даст больше поблажек Джама. Даже не стоит на это надеяться уже. Нужно использовать все, что есть. Есть, остался свояк в середину, и можно попытаться попасть по оставшимся шарам на ближайшей к нам половине. Ну, не попал, конечно, мог. А вот хотя ему уже и не нужно было достаточно ему шаров, он играет до 7 шаров. Перерыв взяли игроки. Оставайтесь с нами. Thank you.
и слова будут. Да. Да. Ты так сказал. Я подумал, что тебя поэтому будет помнить. Продолжается борьба у Джамы и Дмитрия. И можно сказать, что решающая эта партия, потому как
тому, кто сейчас ее проиграет, потом догнать будет очень сложно. Очень хороший выход получился у Дмитрия. Прекрасный удар. Даже похвалил Джама его. Действительно, довольно сложно получилось. Против резкий винт. Друзья, у нас пополнение комментаторской. К нам присоединилась Мария Карпова. Сегодня тоже принимала участие в турнире. Привет. Да, всем привет. Очень рада всех не слышать, для всех говорить. Очень приятно. Первый раз сегодня сижу за комментаторским столиком. Немножко переживаю, поэтому если будут какие-то оговорки, не судите строго. Это мой первый опыт. Ну, первый, не последний, я думаю. Ну, да какие тут оговорки? Тут, в общем, все просто понятно. Вот, вот он, Дмитрий, берет, сейчас забьет свояка в середину. Да, ну, наверное, нет. Не забьет. Да, сегодня я на турнире тоже принимала участие. К сожалению, не удалось мне зайти в призы. Очень, конечно, хотелось, очень рассчитывала. Но сегодня у меня не вышло. А сейчас мы с вами комментируем встречу Дмитрия Пыхтина и Жамшита Телебаева. С Дмитрием Пыхтиным я играла уже на этом турнире. Был у меня такой опыт. Правда, играли мы в комбинированную пирамиду в прошлый раз, на прошлом туре. Тогда я с Дмитрием Пыхтиным очень часто пересекалась в разных турнирах. Ну, конечно, в основном в комбинированную. В американку вообще пробую второй раз играть. Было тоже, много раз играли в Ройле, в свояке несколько раз попадали. Да, вот я тоже играла с ним в комбинированную. Вообще, по свободной я очень удивилась, что проходит этот турнир, потому что в основном, конечно, любительские турниры проходят по Сибирке, по комбинированной. И очень приятно, что именно в туре АБН есть такой турнир по свободной пирамиде. Это очень здорово. Ну, такая вот досадная ошибка, даже не ошибка, нельзя назвать это ошибкой, это действительно уже издержки оборудования, что-то не так с этой лузой, уже не первый раз там застревает на достаточно сильном ударе шары. И причем не на только этом столе, в этом клубе очень многие столы закусывают шары, очень много игроков, с которыми я общалась, жалуются на оборудование, на то, что очень часто закусывает. Поэтому это действительно издержки оборудования, скорее всего. Ну, довольно строгие лузы еще, надо сказать. И для американки, ну, действительно, у меня тоже очень много сегодня, много чего позастревало. Хотя я, знаешь, наверное, не сторонник как бы каких-то слабых ударов, там, катить что-то, я этого толком. Я в американку мало играла. Не особо играешь, да-да-да. Нет, в последнее время начала, но все равно этого опыта, да, начала. Но мне очень нравится, я в нее прям влюбилась, мне очень понравилось. Но у меня вот есть страх, что застрянет шар, поэтому я иногда отказываюсь от каких-то тихих ударов, там, на винтах каких-то чужих, вот, в размер, там, что-то такое. Потому что действительно есть неприятный опыт застревающий шаров, и потом начинаешь бояться действительно и бить уже зажато. Угу. Говорила уже об этом, но это все с опытом, конечно, приходит. Тем более, что на официальных соревнованиях, я так понимаю, что лузы все-таки там побольше, и там немножко. К нам присоединяется еще Павел Щербинин. Давно он нам обещает. Наконец-то вот он
нам присоединился. Да, у него очень сложный процесс надевания микрофона на голову. Практически через ноги. Друзья, у нас есть чат, присоединяйтесь. У нас начинается самое веселье. Я чувствую, дальше будет еще больше и еще веселее. Вот. Тем более, что Павел Щербинин все-таки надел на голову микрофон. Да, это очень здорово, что получилось. Да, я очень рад, что вы порадовались за меня, что хоть что-то у меня получилось. У нас... Я тренировал сегодня. Сегодня я был не готов к проведению матчей. В общем, получается В отличие вот от Лизы с Машей, которые достаточно успешно выступили на турнире. Поздно. Да, кстати, по-моему, впервые у нас в эфире человек, Лис, у которого рейтинг ниже, чем у тебя. Ты можешь этим гордиться. Нет? Да? Значит, не повезло тебе. А обязательно показывать что-то в этот момент? Нет? Только что нас снимали на фотоаппарат, и мы с Лизой показали два пальца. Кстати, заметьте, это у нас прямой эфир, и фото выкладывается сразу в соответствующие сайты. Ну, соответствующие сайты... Лиза знает, о чем идет речь. Подумают еще про другие какие-нибудь сайты. Нет, мы говорим исключительно про бильярдные. Ну, ЛЛБ, ты хоть говори, тем конечно. Тем самым временем у нас 3-2. Жамшид, да, повел в матче 3-2. Так, а это четвертьфинал, правильно я понимаю? 1/4. Это да, это уже четвертьфиналы. Играют за выход в полуфинал. Уже все, да? У нас 4, получается, 4 матча. Да, уже определилась восьмерка. По-моему, уже все играют за выход в полуфинал. Маша, а кто вот был твоим соперником в предыдущей игре? Лымарь, вот я только фамилию. Но да, я просто посмотрела, что... Парень очень сильно, довольно сильно играет. Он мне пока показалось, по крайней мере, такой удар у него. Но он довольно играет уверенно, да. Очень-очень уверенный в себе. И да, покладки у него, конечно, неплохо получаются. Но что меня удивило и порадовало в нем, то, что он также играет по отыгрышу неплохо, что на ненужные шары не бросается. Это, конечно, очень похвально. На что ты явно не рассчитывала, что человек так начнет играть. Ну, да. С другой стороны, здесь очень много, на самом деле, игроков, скажем так, с рейтингом до даже 1000 очков, которые играют очень неплохо, но и все-таки это такая игра, да, американка. Даже несмотря на то, что игра ведется с тихим разбоем, да, у нас где, по идее, превалируется отыгрыш. Да. Да. Кстати, меня очень порадовало это нововведение в турнире, то, что вот можно использовать неактивный разбой, то, что не считаются дураки. Я считаю, что это очень красит и делает честнее, как бы, свободную согласен, пирамиду. Да, но вот если, например, для Маши это нововведение, она это прекрасно знает, что так раньше играли. Активный разбой вели как раз... по-моему, в 2005-м, получается, году, именно для того, чтобы были первые трансляции телевизионные, был такой первый матч, его называли, не матч чемпионов, 4 чемпиона мира играло в Олимпийском тогда, Сталев, Сагындыков, Винокур и Киричков. И впервые был бильярд показан вообще по телевизору, вот, русский бильярд в том формате. Ну и, соответственно, чтобы зрителям было интереснее, вот нас как раз ввели вот этот активный разбой. И первые играли именно вот юниоры, вот у нас в январе проводилось первенство России, и когда сказали, что нам после разбоя надо, чтобы 2 или 3 шара докатывалось до борта, понятия никто не имел вообще, как это делается, там свойств разбоя вообще никто не понимал, что надо делать, просто били там как-то по краю. Ну, конечно, у нас Павел, он видавший виды, мы, более конечно, опытный, да, чем мы с Лизой. Он успел застать эти далекие. Нет, но здесь времена. Маша правильно сказала, это действительно честнее. То есть нету такого, что ты разбиваешь, и тебе просто скатываются. То есть тогда опыт играл очень важную роль, в особенности в плане отыгрышей. Да, то есть, как известно, молодые игроки, они обладают очень сильной кладкой. То есть можно сделать 8 одинаковых ударов, и все будет у тебя отлично. А здесь, получается, у тебя там 2-3 шара, с которых ты должен разыгрывать позицию. То есть здесь уже, конечно, техника и опыт спортсмена играли более важную роль. И мастерство. Потому что задача была вот действительно там сделать выход, поставить в лузу, скатывать. Да? То есть раньше даже делали вот такое упражнение, оно было...
как таким зачетным, скажем так, у юных спортсменов, когда ставили целиком пирамиду, один шар ставили в лузу, и ты через всю пирамиду должен скатить там минимум 8 тех же самых там шаров, получается. Сейчас это без надобности, это упражнение уже практически не делают, ну, потому что оно просто не нужно, потому что пирамиду все раскатывают, и уже совершенно другая игра. Вот, кстати, вот сегодня я сколько раз наблюдал, да и сама, что самое интересное, не использовала ни разу неактивный, вот тот момент, что можно неактивный развод делать, оказывается. Хотя у меня самая большая статистика проигранных партий, это как раз на своем разбое. Потому как забить разбоя там, ну, из трех партий, может быть, забиваю там один раз разбоя, например, все остальные партии, которые на своем разбое, как правило, проигрываю, потому что бью я достаточно, ну, разваливается пирамида очень сильно или что-то куда-то прикатывается. А почему ты не хочешь использовать тихий разбой? Я не то чтобы не хотела, я просто забывала о том, что это вообще возможно. И как и многие здесь, вот кто сегодня играет, настолько непривычно для большинства, что... Я был удивлен, я когда вот сыграл тогда вот в прошлый раз как раз в том же турнире, мне из четырех разбоев, по-моему, там, или из пяти, два раза с разбоя забили. Потому что как раз когда вот я еще играл, это было вообще редкость. То есть это удар выполнялся именно по отыгрышу. Два борта к себе, например, там, да? Ну, там, да, там бьешь, у тебя короткий, длинный, и все, и как бы ничего не предвещает. И отыгрываешься. А сейчас уже, да, все равно как-то вот... активизировалась немного игра, то есть вот такие вот удары, удар, которые Дмитрий сделал. Дмитрий. Очень здорово забил чужого с подбоем. Как раз по резке стояло то, что нужно, просто нужно было исполнить. Да, вот это тот случай, когда прямо переиграл, выиграл позицию и раскрыл ее. И мало того, что да, выиграл позицию, еще же надо выполнить забить, а шар-то был далеко не простой. Забил и подбой, ну все. Да, и очень важная еще, наверное, сложность этой игры в том, что когда катаешь долго по отыгрышу, потом все-таки выигрываешь позицию, и нужно именно в этот момент собраться и сделать, выполнить правильный удар. Ну, так это и в дисциплине одним шаром, да это всегда так, везде. Действительно. Ну, в принципе, для американки, я имею в виду, в принципе, да. В американке просто, наверное, из-за того, что цена ошибки немножко выше. Да. То есть здесь да, ты можешь разве, поставить, конечно, то есть, конечно. Ну, как бы, да, поставить дыру и скатить намного сложнее, чем в Сибирку даже там, с самосъемом что-то сделать. Конечно, конечно. То же самое в снукер. Когда вот игра ведется по отыгрышу, недаром там пишется тайминг, там, допустим, 45 минут человек шары не забивал. И все. А потом ты должен выйти и сделать серию. И в снукере, например, мало 8 шаров забить, как здесь, например. Там между тебе шаров 15 минимум, чтобы что-то выиграть. Так, ну, конечно, временем... да, это другая игра. У нас сколько что у нас? Произошло? 3-2, да, стал счет? 3-2 повел Дмитрий Пыхтин. Я прощаюсь с вами, потому что мне уже пора ехать. Да, было очень приятно прокомментировать. Ну, надо было немножко первый пораньше приходить. Раз. И... Да. В следующий раз. Да, тогда присоединюсь к вам пораньше. Все, всем хороших. Пораньше не надо, лучше мы тебя будем смотреть вот так вот в прямом эфире. Это да, я надеюсь, будет что интереснее. В следующий раз будет. Нет, ты можешь, конечно, во время своих ударов комментировать, это тоже будет интересно. Ну что, микрофон, в конце концов, Мне предлагали, я играл на ТВ-столе, предложили, давай мы тебе микрофон повесим, ты будешь играть и комментировать. Я говорю, да без проблем. Тем более я уже играла с микрофоном, у меня был такой опыт. Это было очень здорово на чемпионате мира командам. Да. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Спасибо, было очень приятно для вас комментировать. Лиза, пока. Счастливо. Хорошего приходи. Тебе вечера. Спасибо. Ну, а Павел Щербинин остается, конечно же, с нами. А то. Ну, и кто же его теперь отпустит? Ну, вот как раз позиционная борьба. А вот, 3-3, я так полагаю, что все-таки счет. И перед контровой как раз-таки там было рукопожатие между Дмитрием и Джамой. Да? Да, я думаю, что все-таки там такая ситуация произошла. Вот, и, какая тут позиционная? Вот, я бы сейчас ударила желтого чужого в угол с разносом всего и вся.
Ну, когда сидишь, конечно, и со стороны это все наблюдаешь, и со стороны, конечно, оно все кажется очень легко и просто, и хочется подбежать. Лиза, а ты до Олимпийки не дошла сегодня? Почему? Как же? Дошла, до 16, конечно. Да, получается? Или как? Да, да, и проиграла с Баландину Евгению, который потом, после игры со мной, на ТВ-столе показал две блестящие партии в матче с Джамшидом Телебаевым. Но все-таки не сумел, не довел дело до конца и тоже проиграл. У него начиналось все как-то вот не очень, и как-то у меня было все достаточно неплохо, и серии, и какой-то космические какие-то автовыходы получались, и вот в какой-то момент застрял шар, и с этого все началось. Да, здесь такое часто бывает. Очень, кстати, неплохой удар. Мог застрять шар, но и по силе не угадывал, конечно, если хотел туда уйти. Ну, очень, да, интересная встреча была. Вот мы как раз уезжали Вячеслава Бичаковского с Алексеем Костюком. Противостояние уже достаточно давнее. И на что форе характерно, да, ну в этот 4-6? Раз на форе. Нет, 8-7. Ах, 8-7. Там это 8. У Вячеслава уже такой высокий рейтинг. Ну или у Алексея пониже стал за последние пару раз. Да там бы сильно не снизился, я думаю. Ну, 8-7, да, считается. Но они раньше играли на равных. И я очень хорошо помню, они играли и одним шаром, играли и свободную пирамиду. То, что встреча там, да, допустим, в комбинированную до трех побед, Вячеслав два или три раза подряд вел 2-0 и потом проигрывал 3 к ряду. Здесь в этот раз они играли на форе, Алексей давал шар форы 8-7, Вячеслав также повел 2-0, потом 3 партии в ряд выигрывает Алексей, 3-3, причем там интересная была такая ситуация, то что Алексей делал удар, киксанул, ну, Вячеслав посчитал, что это фол, хотя вот, ну, мне показалось, что фола не было. То есть просто это был кикс, ну, Алексей не стал спорить, как бы, да, и снятый шар. Плюс, ага, да, плюс забитый, было, да, да, плюс, да, забитый, и все. Вот, получилось 3-3, и в контре также. Начал серию хорошо Вячеслав, сделал 3 шара, 4-й достаточно простой дал мимо. Вся пирамида раскатилась, и Алексей там практически закончил сразу партию, там 7 и потом еще 1. То есть снова в контровой, и снова там победителем выходит Алексей. Ну, вот а сейчас Алексей, получается, с кем? Алексей играет с Адамовым Русланом. А, все. А вот мне на форе 9-7. Ага. Ну, есть у Руслана шансы, скажу. Сегодня. Ну, вот я когда отходил, счет был 1-1. Ну, мне что-то подсказывает, что сегодня у нас будет сюрприз. Какая-то темная лошадка сегодня, вот типа Лымарь. Вот Алексей, не помню, как его зовут. Ну, кстати, Лиз, тоже обрати внимание, что вот я даже вчера это еще заметил, когда посмотрел состав турнира, что почему-то опять-таки нас, ну, не посещают игроки с достаточно высоким рейтингом, ну, которые также могут претендовать на победу, там, у которых рейтинг из серии там 1300-1400, да, там, ну, в том числе что Юмашев, там, Багиров, Умаров. Да, то есть вот такие вот как бы ребята. Ну, им очень тяжело, особенно, мне кажется, в эту игру. Ну, господин Умаров у нас вообще не признает свободную пирамиду, называет антиигрой и считает, скажем так, себя, ну, в общем, считает, наверное, эту игру недостойной своего внимания. Ну, в общем, очень он не любит ее, это я точно знаю. Ну и, конечно же, как говорится, игроки, может, просто не умеет их готовить. А это безусловно, конечно. Безусловно, он даже не отрицает и не спорит с этим фактом, что он, ну, и не умеет. Да, многие игроки, конечно, да, за то, что можно за одну ошибку сразу вот так вот получить. Очень много случайностей, конечно, в этой игре. Вот, например, как вот это вот, да, что, человек делает удар в 3-4 борта. В 3-4 борта делает выход. Конечно, сами правила. Вот у нас немножко тут технический момент с настройкой микрофонов и, в общем, нам
Сейчас будет немножко... потише. А что, громко настроен был слишком? Ну да, да. Вот. Ну, не просто, повышайте голос, Павел. Просто под меня на микрофон настраивайте отдельно. Вы не подготовились. Вот меня зовете, зовете, а не готовитесь вообще к моему приходу. Вот, вот видишь, вот после... Я давно не приходил, да. Но... Вот вы сказали, в общем, Павлу Щербинину... Просто не было повода. Не было всеми нелюбимой игры, которая мне так нравится. А, то есть ты у нас принципиально комментируешь только свободную пирамиду, да? Нет, просто она длится меньше времени, поэтому это немножко проще. Ну да, да, тут есть такое дело. Да нет, на самом деле просто не всегда бывает свободное время. И... Вот видите, время у нас уже без 15:08, и у нас уже подходит к концу четвертьфинальные игры. Да, то а есть при, все-таки конечно, есть вероятность, что мы закончим часам к 11. Да, да. А так получается, что в комбинированную, в игры... Я помню, когда-то... Одним шаром, конечно, у нас в час ночи только восьмерка играть начинает. То есть... Да, да, да. Я даже помню очень хорошо последний турнир как раз по американке. Ну, во-первых, потому что я его сам играл. А, во-вторых, опять-таки, выиграл Алексей Костюк, за которого я периодически болею. Через раз хотя бы. Вот. И смысл был в том, что я поспорил с одним человеком на то, как быстро закончится турнир. Человек меня уверял, что, ну, говорит, в Сибирку же всегда, говорит, есть атака, даже если по отыгрышу, а в американку, говорит, можно отыгрываться бесконечно, если играть правильно. Вот. И в итоге я говорю, что ну давай, часов 11, наверное, закончится весь турнир. На что в итоге мы переспорили. Он говорил, что в 12. Я говорю, нет, наверное, все-таки пораньше. В итоге мы пришли к цифре 11:30. Соответственно, и самое было интересное, что финал закончился в 23:27. Ровно. То есть мне 3 минуты, еще бы 3 минуты, я бы проиграл этот спор. И как раз играли, кстати, вот Дмитрий Пыхтин с Алексеем Костюком. И поскольку уже тоже ну, все устали, они решили играть не до 4 побед, а до 3. Как бы чему я был на самом деле одновременно и удивлен, и рад. Потому что если бы они играли по регламенту до 4 побед, конечно, бы не хватило бы им 3 минут на завершение матча. Ну, у нас, кстати, тоже тут недавно было интересно, ну, не далее, как позавчера, тоже был очень интересный турнир Royal Cup Open, часть вторая. Выиграл Азиз Мадаминов в финале, боролся Шахзодом, с Шахзодом Амировым, да, до этого обыграл Крыжановского Сергея. Примечателен был формат турнира. Допускались все желающие, но без форы. Дифференцировался только взнос. А, то есть у более сильных игроков был больше взнос, да, наверное, да? Да, 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 да. А так никакой форы, да. И вот, кстати, господин Умаров доехал. Вот. Наконец-то в позитивном состоянии, в общем-то. С чем мы его и поздравляем, да, с отсутствием. А доехал куда, в смысле? В тройку. А, в призовые, ага. Да, да, и, в общем-то, это не было вопли на всю бильярдную, как это обычно бывает, что 11-5 и 10-5. Опять. Вот. Счастью не было предела. Ну, я, конечно, я понимаю, вот как раз это к вопросу о том, почему не принимают участие игроки с высоким рейтингом, особенно в свободную пирамиду. Даже среди игроков, которые любят эту игру, если рейтинг зашкаливает за 1300-1400, конечно же, ну какой смысл? Ну вы представьте, форы, если бы это еще была длинная американка, это был бы другой немножко разговор. Да, кстати, наверное, в длинную это немножко больше оправдано было бы, и не такая большая разница чувствуется. То есть, условно говоря, 10 шаров
там, до 50, но это не так много, как, например, там, 10-6 по партиям. Да? Конечно, конечно. Наверное, но там, там, по-моему, какая-то другая немножко по-другому дифференцируется фора, если я не ошибаюсь. Вот мы уже играли в этот формат один раз. Здесь тоже на кубке ABN. И была длинная американка с продолжением... Вот хороший сейчас, разбивает Дмитрий. Да, вот, вот сейчас единственное, что я не вспомню, конечно... как там фора именно распределялась, но не так же, как... То есть 10 шаров... Вот мы играли с Вячеславом Бичаковским, да? По рейтингу он мне должен давать 9-7. Или 9-6, наверное. Mm-hmm. Я уже не знаю, какой сейчас у него рейтинг, но на тот момент вот было, было бы вот так, если бы речь шла об игре до 8 шаров. Ну, я имею в виду... об отдельных партиях. А в длинную получилось, что я играла до 40 шаров, а он играл до 46 или 45, что-то такое. Или, ну, я сейчас ну, то вот есть точно... совсем немного, если да, сравнивать. Да, то есть там как-то по-другому немножко все дифференцируется. Я уж не знаю, надо уточнить этот момент. Я уже сейчас точно не вспомню всех подробностей. Но вот... И что самое интересное, тогда у меня как-то вот получше получилось даже. Вот это да, вот это да. Хороший удар, только не сильно он нужен ну, в эту игру. Нет, ну мы его вырежем и куда-нибудь сделаем в отдельный ролик. Это будет красиво. Ну, красиво же было. Согласен. Вот тот же самый удар на две лузы, судя по всему. Ну, на две-то тут вряд ли. Порадовался Джамшит и порадовался за него Дмитрий Пыхтин. Поздравили друг друга партнеры. Да. Поздравляем Джамшида с победой. Оставайтесь с нами. Впереди у нас Алексей Костюк. Да, только ему надо выиграть для начала. Да, чтобы ну, он был там, у нас здесь. И там есть еще интересные очень ребята. Ну, дождемся результатов и посмотрим, кто будет у нас на ТВ-столе уже в полуфинале.